В нашем крае День пчеловода проходит в Медовый Спас. Это событие уже по традиции превращается в добрый праздник с песнями, плясками и дегустацией. На площади Сахарова по старинке пчеловоды Алтая и других медоносных регионов представляют свою продукцию. Издавна в День Спаса пчеловоды откачивали мед из ульев и освещали свои пасеки. Сегодня эту традицию сохраняют. Но как бы ни старались пчелки, в этом сезоне пасечники единогласно отметили неурожайность многих сортов меда. А все из-за перепадов погоды. Сначала холодная весна задержала развитие пчелосемей, а из-за последующей июньской жары медоносные растения перестали выделять нектар. Урожайность слабая в этом году, очень слабая. Дягеля мало, доника мало очень. Разнотравие есть, гречиха есть, как всегда. А вот такие меда нынче, потому что лето было такое, погода была, то засуха, то дожди. Поэтому пасечникам было очень тяжело. Отразилось лето на стоимости продукта. Пчеловоды отмечают, что цена за килограмм меда, в зависимости от сорта, возросла от 50 до 100 рублей. Например, разнотравье стоит около 300 рублей, а горный мед, который всегда считался самым дорогим, сейчас в районе 750 рублей за килограмм. Все дорожает, в принципе, и вощина дорожает, рамки, пчелы, мы же тоже все это закупаем, и, естественно, цена растет. Не только на мед, я думаю, вы сами ходили по магазинам, растут и продукты, поэтому мы не можем держать цены прошлого года. Но за баночку золотой сладости, рассказывают горожане, можно и расщедриться. Многие предпочитают затариваться именно на таких ярмарках. Наоборот. Здесь наши же пасечники продают, поэтому нет. Вы доверяете, да? Да. Доверяем, 100%. Сколько уже набрали? Много? Ой, где-то на 2000, наверное. Даже больше. Этот праздник имеет и другое название – Мокрый Спас. В этот день также прощаются с летом и готовятся к холодам. И погода сегодня для барнаульцев выдалась дождливой. Но, добавляют пасечники, без витаминов на зиму никого не оставят. Ведь мед не только подсластит жизнь, но и послужит лекарством. Очень люблю с чаем, не знаю, там вообще при болезнях всегда употребляю. Можно банку съесть. Мария Мацаева, Владислав Ковалев. День с толком.